Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится планшет Lenovo Tab M7. И сейчас мы разберемся, как с данного девайса на iPhone перебросить абсолютно любой файл. Итак, в этом деле, как вы, возможно, уже поняли, нам поможет приложение Send Anywhere. Вот так вот оно выглядит. Его можно скачать как с Play Market, так и с App Store. Заходим в это приложение. На iPhone я в него уже заходил. А вот здесь мы даем все разрешения. И нажимаем подтвердить. Нажимаем continue. Разрешить. И нажимаем ok. Так, теперь, так как мы будем отправлять с планшета на iPhone ставим плашечку получить. И теперь ждем. На планшете мы выбираем файл, который хотим отправить. Ставим галочку в правом верхнем углу. Вообще, можно это сделать даже не открывая все это дело. И потом нажимаем «Отправить». Генерируется шестизначный ключ и QR-код. Вы можете как просканировать QR-код, так и ввести ключ. Мне удобнее вводить, потому я введу 299-823. Нажимаем «Получить». И спустя несколько секунд обе фотки, которые я хотел отправить, были высланы на iPhone. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!